Учишься в школе, и тебе уже исполнилось 8 лет? Любишь приключения и легко преодолеваешь любые препятствия? Участвуй в Московском фестивале детско-юношеского туризма в эту пятницу и субботу в Бутовском лесопарке. На фестивале можно поучаствовать в спортивном ориентировании, пешеходном туризме, а еще попробовать свои силы на скалодроме и в велогонке. Кроме того, научишься оказывать первую помощь, вязать туристские узлы и определять кустарники и деревья. А если захочешь, сможешь выполнить норматив «Туристический поход» комплекса «Готов к труду и обороне». На фестивале наградят победителей проекта «Путь героя». Школьники создавали маршруты по памятным местам ветеранов Великой Отечественной войны. Для участия в фестивале зарегистрируйся до 18 октября по ссылке, указанной в описании.